Так, вечереет, конечно, уже, но все еще отличный денек для того, чтобы продолжить Ведьмака 3 Next Gen. На связи Росимир и Ольга. Здравствуйте. Что такое? Меня оглушило. О, господи. Рекламой. Я понял. Ужас. Так, давай-ка мы куда-нибудь туда пойдем. Угу. А вот нечего всякие тиктоки смотреть. Давай мы вот туда пойдем, смотри, там кто-то есть. Вообще надо попробовать под воду. Надо попробовать. Потому что под водой я не был. Там кто-то плавает, кстати, под водой. Кто-то плавает. А ну здесь еще такое? Ниже, смотри. Плавает реально. Арбалет, под водой ваша подвижность ограничена. Чтобы защититься от врагов, используйте пошли в жопу. Еще один. Ага. Арбалетом выдавай. Угу. Какой арбалет-то? Может быть, арбалет под водой сильнее? А могу я просто... Я квенниться не могу. Проклятие. Я изучить не могу ничего. В плане, я не знаю вообще, что у нас, как у нас. Это крушина, поэтому мы ее не собираем. Крушина нам не потребуется больше. Ну а если и потребуется, мы ее уже собрали пару десятков штук. Если не больше. Возможно, там под водой и есть что-то, но... А, ладно. Надо, на самом деле, утопца увольнуть. Все-таки. Давай все-таки увольнем. Хорошо. Оторвались, поэтому мы потенциально здесь можем защититься. А, да. Я понял. Ого. Под водой арбалет просто лютейшая имба. Даже не обязательно быть ведьмаком школы болта для того, чтобы спокойно их убивать. Это что? Почему подсветил? Вот, не зря. Не зря, я ж чую. Меч Мелибора улучшен рослот против магических тварей. Можно сделать. Да. Так не задохнуться бы. А я задыхаюсь. А ты не задыхайся. А я не могу не задыхаться. Ты пытайся. Здесь вот чисто визуально вроде бы есть, но я доплыву. Я близко. Я близок. Давайте, ребят, всегда хотели алхимию попробовать прям в воде. Масла, улучшенное против магических тварей. Конечно же, не хватает корня душистого перца. Ладно, забей. Пойдем. Да, купим. 13, по-моему, стоит. Недорого. Все, теперь точно двигаемся вперед. Че, погнали? Тут мы не пролезем явно. Угу. Так, а залезть-то я хоть могу? В смысле? Не, погодите, а залезть? Как-то нет. А мне же надо залезть. Я чего-то не понимаю. Мы пришли оттуда. Хорошо. И я здесь вижу только мы можем спуститься сюда. А отсюда как обратно? Никак? Так, а где там карта? Жаль, что мини-карты нет. Вход. Ладно, есть еще одно место, где мы можем булькнуться. Хотя, может быть, мы булькнемся... Нет. Вон, кстати, смотри. Чисто визуально, да, там было наверх. Ладно, есть еще одно место. Погнали. Ну, попробуем. А? Там не глубоко. Так, если нас туда не пускают, что делать тогда? Я просто других вариантов... Неужели это квесты? Нам ключ дадут. Наверное. Давай еще раз. А, я сразу... Я мгновенно умираю. А-а-а. Понятно.
что ты пытался аккуратно, но умер медленно. Тут, соответственно, какой-то вопрос есть, но это вроде как... Ой, короче, такая какая-то непонятная фигня, если честно. Попробуем сейчас забраться, может быть, на вершину горы. Посмотреть, что там за вопрос. Хотя, мне кажется, а, мы туда не заберемся, и б, мы туда не заберемся. Или заберемся. Пока непонятно. Но попробуем в любом случае. А там посмотрим. Как он скатывается-то. Не хорошо. Чисто гипотетически это выглядело, как будто мы можем туда залезть. Ладно, вот там как дела. Тоже сейчас осмотримся. Тоже выглядит, как будто мы вот-вот-вот забираемся прям. Понятно, что здесь скат, но в целом выглядит, будто бы мы можем здесь забраться. Или обойти. Тоже как вариант. Или не обойти, да? Повсюду скат, 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 скат. Проклятие. Прям сильный скат. Есть, короче, пару мест, где мы почти перелезли, но невидимая стена. То есть, в прямом смысле этого слова, невидимая стена. То есть, вон проход, а дальше мы пройти именно не можем. Значит, здесь мы не переберемся. Зараза. Ладно, тогда там вниз идем. Вот, ребят, смотрите, видите? Просто невидимая стена. Ну, погнали туда, что ли? Аккуратно. Там какой-то вопрос у нас есть. Сейчас посмотрим. Это белый мертв. Есть лодка. Есть разбойники? Возможно. Сейчас узнаем. Да, лагерь бандитов. Ясно. На бандитов, конечно же, нам потребуется зелье... Яд повешенный. Масло, конечно, масло. Здорово, мужики. Чё как? Его. 9 уровня. Ну-ка. Все, можно было просто Акси взять и не париться. Ну-ка, вместе! Зараза! Ага. Хорошо. Маленькая дубинка. Арбалет. Составные болты, ударные болты. Ну-ка, а что за арбалет? Арбалет на 21 уровень. То есть разбойники 9 уровня охраняют арбалет на 21. Ну, они использовать просто не смогли его, что вполне логично, да. Вот он у них и лежит. Опа! Масло против драконидов. Ух ты! Вот просто вот тут нашел. Даже не в сундуке. Семена спорыньи тоже у нас нету. Ну, пригодятся. Вот дракониды точно пригодятся. Это у нас виверны. Это куролиск. Мы сейчас располагаемся вот у этого вопроса. Туда мы не заберемся, скорее всего, да? Ну, попробую, конечно. Внезапные призраки. Просто идем, обходим, ребят. На гору мы не залезем, потому что это реальная гора. Прям гора-гора. Вот, но здесь призраки. Так, призраки против призраков. Это у нас тоже что-то зеленое. Квенимся. И будем ирдениться. Здорово, мужик. Какой-то он легкий был. Это тоже. Странно. Непонятно, что он 7 уровня, но странно. Ладно.
Больше ничего нет. То есть просто два призрака. Ок. Кто? Что это? А, это гибрид. Гарпий. Угу. Зелье проклятые, инсектоиды. А с них не упадет зелье случайно то, что нам нужно? С гарпий? Угу. Не знаю. Плохо, что я не сохранялся. Есть контакт. Новая статья «Бестиарии Гарпия». Должен быть гибрид. Логично. Да. Ну, весь я уже как профессиональный ведьмак. Стоять. Что стоять? Опыт. Сейчас это зарубил. 1-2-5. Запомнила? Все еще 1-2-5. Один, три, три. 8 опыта дают. Так, это было неожиданно, но приятно. Так, пока ничем мазать не будем. Яйца гарпии, перья гарпии, перья гарпии. Кости чудовища. И... Нету. Ничего полезного нет. Жалко. Жалко, как у пчелки, да. Внезапные гарпии. Пытаемся все-таки забраться, ребят, к дереву. Я думаю, что не заберемся, но, как вы видите, что-то интересное там мы нашли. А все, слушай. Ну вот в том-то и дело, именно поэтому мы сюда и поперли, потому что вроде бы нет, но хотя слушай. Дерево. Там кто-то большой. Я не знаю, но там кто-то большой. Здесь я не заберусь точно? Точно. Здесь точно нет. И здесь тоже нет. Нет. Здесь не пустят. Хорошо, давай в обход немножко пойдем. Там кто-то большой. Вот эти невидимые стены, конечно. Господи. Ладно, придумают. Так, это гибрид. Он тоже гибрид. Он же гибрид? Гибрид, если это Грифоныч. А это, судя по всему, не он. Вася? Вася? Драконит. Непонятного уровня. Сверхуровневый. Ёшки, у нас есть дракониды. У нас нет драконидов, мы не сделали. Мы не сделали, да-да. Ах ты, зараза. Но он не реликт. Он Василиск причем. Он не Куролиск, он Василиск. Вася. Землись. Я не знаю, смогу ли я сверхуровневого убить. Прям висит где-то надо мной. Гнусный же тип. Серьезно? Но он меня пробил, кстати, Квен вместе с доброй частью ХП. Ой! А нормалек? В смысле, а почему он тогда сверхуровневый? Не знаю. Опять улетел, зараза. А, вообще улетел. Вообще улетел. Да спущайся ты! Он умный. Ты в него так веришь? Он же не человек. Да. Ну,
Так, это я отойду. Зараза, не ори! Игра сломана. Всё? Я тебе серьезно говорю, игра сломана. Ребят, игра сломана. Мутаген из Василиска мы берем, конечно. Василиска. Шкуру Василиска, яд Василиска. Да. Знаешь, почему игра сломана? Потому что он тебя не убил. Он легчайший. Он не то, что меня не убил, он легчайший. Сверхуровневый Василиск. Сверхуровневый, это значит, что он больше, я даже не знаю, насколько. Потому что на пятом мы убивали... 20-го, значит, на 15 уровней точно отображается, правильно? Угу. На сколько уровней он больше меня? Я не знаю, уровней, наверное, на 20. Может, даже больше, чем на 20. Я не знаю, но это глупость какая-то, ребят. Глупость, прям совсем глупость. Прям совсем странная тема. Василиск, понятное дело, что это драконит. Но у нас не было возможности. Есть... Кликатун и Куролиск, соответственно. Есть Верно. Василиск. Угу. Василиск есть еще курица, и Иволга. Ну, он тоже как курица в целом. Он очень сильно похож. Только здесь петух. А, курица и петух. Я понял. Так, алхимия. Отвар, конечно же, из Василиска. На рассвете и в сумерках увеличивает силу произвольного знака. Действует дольше, нежели иные мутагенные отвары. 5760 секунд. Это сколько, ребят? Напишите в комментариях, пожалуйста. 5760 секунд. Сколько это по времени? Я так сразу не соображу. Почти 10 часов, вообще говоря. Ну, не, неправильно посчитал. Неправильно посчитал. Сколько? 96. Часов? В смысле? Минут. А, минут 96. Минут. 96 минут, это неплохо. Я его по звуку определил, хотя он изначально не определялся ведьмачьим чутьем, но он орет гораздо дальше. Ну, да. Ну, полтора часа, это неплохо. Весьма. Весьма. Видите, ребят, невидимые стены. Они повсюду. Они повсюду. Мы не заберемся. Так, дальше нам идти не дают. Сюда, говорит, дальше драконы. Возвращайтесь. Окей, если не драконы, то мы вернемся к дракониду, к виверне. Не вопрос вообще. Против драконидов у нас пока масла нет. Но раз уж мы здесь... Здорово. Это что такое? Это вилохвост. А, то есть даже не виверна. Это пострашнее. Псина. Куда собрался? Я улетаю. Ага. Опа, вилохвостик. Обыскать. Конечно же. Мутаген из вилохвоста. Шкура вилохвоста. Это не трофей, это шкура. Они просто дикие, они просто существуют. То есть мы их где-то нашли... Ой, а мы не записали, сколько опыта за них, господи, какие мы дебилы. Ни за одного, ни за другого. Да, ладно. Алхимия. Новый отвар, конечно же. Комбинация атак, сочетание быстрых и мощных ударов и знаков.
Увеличивает силу следующей атаки или мощь следующего наложенного знака. Быстрых и мощных ударов и знаков. Ну, а просто удары не будут считаться? Надо обязательно и то, и другое. Ты все равно квен накладываешь на себя. Ну, я накладываю... Не думаю, что это так сработает. Я накладываю несколько иначе. Кто здесь? Это волки. Это волки, это понятно. Какого уровня волки, кстати, здесь бродят? Чисто из любопытства. Масло зверей? Угу. Улучшено. Супер офигенное просто масло. Пятый. Волки вечные пятые. Повсюду. Нет, если бы был включен автолевелинг, возможно, они были бы больше. Но, к слову, мы их с одного удара убиваем. Вот по волкам прогресс есть, а по собакам они поломанные. Первого уровня собаки сильнее, чем волки пятого. Шок, ребят. Снова призраки. Простой. Как у громкарю. Мутаген ходил. Вот если бы мутаген нужно было как-то использовать. Все отдельные сумки. Обычные причем. Использовать? Да. Два удара. Погодите. Я вот тоже немножко вафелька. Погоди, где мы? Где мы вообще находимся? Мы? Вот здесь. Это тут. И почему там использовать? Я не знаю. Давай смотреть. Это рычаг, можно передернуть. И? Что произойдет? Здесь стоит осмотреться. Да. Но как-то ничего не произошло. Опять квест? Возможно, нужен дальше? Фонарь Кейремец. А. Так Кейремец надо идти. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Ладно, ладно, мы передернули. Мы же передернули? Да. Все, мы передернули. Теперь идем вперед. Похоже на замок, где обитают гарпии, если честно. Ну, отсылка на готику. Либо вампосы тут будут. Кто-то там точно есть. Кто-то стрекочет. Не понимаю, кто. Сокровище под охраной. Это виверна так стрекочет? Виверна стрекочет. Нет у меня против драконидов, милая моя. 14 уровня причем. То есть вот буквально рядышком сверхуровневая, да. Вот здравствуй, 14. Арбалет, мой бах. Он сам не попадет мне? Кстати, да, можно было Z-ку использовать и посмотреть. Падай. Не падай! Я думала, ты виверни. И себе, и ей. Я скатился. Ну, берем что? Отберем ее. Но это же не все. Конечно. Это не все. Здесь еще есть виверна, я думаю. Так, но здесь явно сокровище. Что там? Рецепт масла против вампиров. Первое. О. Рецепт касатки. Касатка это, видимо, чтобы бомбы? Под водой плавать. Или все-таки отвар? Ну, я думаю, чтобы под водой плавать, это было бы логично. Против вампиров уже можем сделать. Пригодится. И улучшенный против вампиров можем сразу сделать. Ох, я хорошо
сразу на душе стало. Это касатка. Увеличивает запас воздуха при плавании под водой. Да. Все вполне логично, конечно. Хорошо. Слушай, а хорошо. Надо передернуть. Надо. А как же здесь нужно осмотреться? Не скажет. Так, ну осталось посмотреть, кто у нас там. И сделаем мы это, конечно же, в следующий раз. А на этом все, ребят. Поблагодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, благодаря которым, да, собственно, у нас на канале видосы и выходят. Присоединиться к их числу, вступить в семью. А семья это главное. Можно по ссылке в описании, ребят. Ссылка на Boosty. Переходим и подписываемся.